из села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе разрушенном дотла стоит зажмурившийся ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы, и это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, с винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.